Ассаламу алейкум. Бұл мынау Калейкадан хабарласып тұр сізге. Мынақта кипиш болып отыр Калейкада. Үшінші сутка кетіп отыр, очередьте тұрып та, цемент заводтан бастап, қан цемент заводынан бастап кеп жатыр. Кәне светофорға жақындағанда кеш батты, біз жүргізбей қойдық вообще. Светофорға жақындамай тұрған күндіз әр сағат сайын жылжып отқанбыз, бір 200 метр, 300 метр. Вообще жылжымай қалдық, келе аласыз ба, қалай аламыз? Сейчас тут реально кипиш начинается, да, папарацци все собираются, хотят собираться. Прямо мына жаман бардак болады екен сіздерде Қырғызстанда. Повороте вот стоят. Блин, разворот чёрт, Барбалтон, любой жерден сындырып кіресің ба, брат? Хоть бұл жерде, бұл жерде разворот қылады саған. Келіңдер ма? Мы находимся снова в районе города Кант по объездной. Видите, да, что здесь происходит? Очередь не соблюдается. Только что на моих глазах 3-4 больших груза заехало без очереди. Сейчас водители, кто посмелее вышел, сказал, что так дело не пойдет, и они сейчас заехали обратно вместо них, получается. Ну а те, кто стоял до этого, там, да, в конце где-то или в середине, они даже не поймут, что где-то здесь просто взяли и заехали, вне очереди, вклинились. А те там по 3-4 суток стоят. И вот сейчас в итоге эти пропустят тех, кто видел, что они вне очереди заехали, и дальше поедут. Остальные, по-моему, уехали, кто вне очереди вклинился. Вот прямо сейчас, видите, два больших груза. Не могут поделить место в очереди. Вот прямо возле перекрестка происходит. Там сотрудники УОБРД на перекрестке находятся. То есть здесь высшую ситуацию никто не контролирует с правоохранительных органов. Сотрудникам УОБРД поморгал фонариком. Они приехали. Вот что здесь дальше будет. Очередь была ушла за сатарзом. А зря какой-то мне меня спорит этот авторовочно. Как я показывал ранее, два больших груза стояло, которые вне очереди вклинились. И вот их все объезжать начали. Кто видел, что он вне очереди вклинился. Благо сотрудники ОВДД увидели, как я зову их на помощь, и прибыли. Возможно, это переросло бы в конфликт. Продолжает прибывать большие грузы. Я напомню, что сегодня произошел конфликт между водителями больших грузов, которые собрались здесь на перекрестке, и неизвестными лицами. Ну, скорее всего, это толкачи. По сообщениям водителей больших грузов, один из толкачей якобы получил телесные повреждения от водителей больших грузов. Но это все уточнять надо, официально подтверждать. Я ссылаюсь на слова водителей больших грузов. Сейчас конфликта нет на данный момент. Вот сотрудник милиции урегулировал ситуацию, возвращается на пост. Алейкум ассалам. Здравствуйте, братан. Родители здесь. А, да? Сколько стоит уже? Ну, я вот недавно приехал. Сегодня мы прибыли сюда по многочисленным сообщениям водителей больших грузов. 17 ноября, время 1:30. Говорилось о том, что движение затруднено. Точнее, вообще его нет. Также происходила потасовка между неизвестными и водителем больших грузов. Здесь собралось примерно около 100 человек со стороны водителя больших грузов. Они выражали свое недовольство по поводу того, что очередь не двигается. На данный момент ситуация спокойная, стабильная. Очередь двигается. Хотелось бы, опять же, обратиться к руководству ГУВД Чуйской области о том, что выставили дополнительные наряды выше объездной на южной стороне. Потому что те сотрудники, они регулируют движение, а здесь никого нет. И там, я показывал, выше перекресток, оттуда фуры заталкивают, грубо говоря, вне очереди. Мы стали сегодня этому обратно свидетелями. Тоже чуть не произошел конфликт, но вовремя привлекли сотрудников ОБДД, которые разрегулировали его. Сейчас все спокойно, очередь двигается, как видите. Водители про белого пасть сказали, что это толкачи. Они здесь часто бывают. Я его лично сам видел, он уже два раза проезжал. Да-да, вот он направляется в южную часть очереди.
Ты увидишь? Да, я вижу его. 320-я ешка, нарушений нету, все нормально. Оформлено в 4 месяце 10 числа, давно ездит. Очередь двигается, видел на глазах? Прям на глазах зашевелилась, смотри. Конечно, толкачей нету, никто не залетает вне очередь. Типа они просто двигаются. Ассаламу алейкум. Улейкум. Немеслёш там? Помощник Келдыкулов. Помощник дежурного Келдыкулов, а? Ага. Кызы чолк эткен. Чолк, а? А мне малымат чыкан жок по? Ханча вақыт болды? Жарым саат 40 минут болды го дейм. Жок, андай малымат чыкан жок. А мне сиздин кызматкерлериңиз жок по бул жерде? Балдакта бар. А мне не докладывали что ли в зурную часть? Жаңы эле ар Казахстан тараптан рентген иштебей ошол жерден вайсиндер бир жакта турушат, азыр ошол жакта жүрөбүз деп чалышкан. Мен жаңы эле бир 20 мүнөт мурун сүйлөшкөм. Азыр ошону мен сизге айтып атам, конфликт болду, видео доказательство бар менде. Так, тут очередь до светофора самого. Сама трасса. Скажем, Бишкек Токмок, да, чтобы все понимали, центральная та самая трасса. Джубек Джилу продолжение. Вот прям до сюда очередь идет из больших грузов. Сейчас мы расшевелились, с тех пор, как мы приехали, прошло, например, ну, чуть более часа, и очередь двигаться начала. Толкачи, они создают очень большие неприятности и неудобства для всех, не только для водителей. Потому что ситуация на границе, она влияет полностью как на имидж страны, так и на ситуацию в целом. Он на перекрестке стоял. Видимо, меня заметил и начал назад сдавать. Сейчас направо поворачивается. Моргает мне. Джок, аз, где-то не напал. Тоже минута-две. Слева в бойер. Угу. Зажимается. Жок, бар го ошондо окугуңда, жокпу? Жок, окугум жок. А мен эмне кыласың, окуп жок? А эртең видео чыксачы? Жок, а мен жокпурам да өзүм. Жок, мен көрүп атам. Атын кимсин? Атын Темиралы. Темиралы? Сен видео чыгабы, чыкпайбы? Сен жок, мен жөнүндө видео эртең көрүп атам, мен деле интернеттенчи байке. Эртең мен жөнүндө видео чыгып кетсе эмне? Мага деле. Сен против закона бир нерсе кылдасың ба? Эч нерсе кылган жокмун, просто мен аркаман ээрчип барып, мен токтогон жерге токтоду, туруп туруп анан кетти. Мен ошол эле мен бияктан неме против закона бир нерсе кылган үчүн азыр келип мен тартпадым деп келип атасың азырчы? Жок, мен эми азыркы учурда болуп атпайбы. Ар күн видео чыгып атыпбы? Окугуң барбы ошентип тозобуп келип мени? Жок, укук жок. Анда эмне сен тааныйбыз, просто сурап койдуңбу? Жок, мындай эле. Мындай түшүнгөңөр деле. Азыр сен айтып атасың, ала бербей келечи эркекче. Жок, азыр сен айтып атасың. Түшүнгөңөр деле, түшүнбөксөң ала бербей келечи, брат. Жок, токтосоң, азыр сен айтып атасың, далил жок мени алып кетип атасың. Далил бар, азыр ты мне ограничил мою свободу передвижения, понимаешь? Жок, мен силерге. А ошол менен эле, ошол менен эле кетип каласыңар оодо, бачы. Мен адамчачы, адамча машинаны токтоп берип көтүпкө. Силер мына жакта отурмаңыздар. Баш ийип койду сотрудниктерге. Жок, мен неге? Мен эч нерсе кылбасам. Ты не ограничен. Ты кылып атасың эркекче. Анда эмне? Анда баш ийди. Сен айтып сурап атпа. Баш ийди. Ошо баш ийип кетет эле. Сен тааныган үчүн сурап койдуң. Мен ошого эле бардым аркаңардан, брат.
Жоқ, сенің құқың жоқ та, понимаешь? Жоқ. А неге құқың бар ғой, тартқаны бар ғой. Анне мен сенің как ты ограничил? Жоқ, бар ғой ошондой. А мен жоқ. Неге жоқ? Видео тартқаны құқық бар ғой. Конечно, бар. Қана. Жоқ, сен бар, любой. Атың немене? Атың кемер ау. Любой адамды. Онда общественный разрешённый жер емес болса, любой адам тартқаны. Хоть азыр. Неге именно мені? Хоть. Қандай мені тартқаны құқығы бар? Қандай мені тартқаны құқығы бар? Менен сұрап астан. Сен? Жоқ, менен сұрап астан негіз бұл? Бар. Қайерде? Сен қоңдық жайдасың. Саған көрсетші керек. Қайерде қоңдық жай? Мол жер қоңдық жай болар. Жоқ, мен мындай жаман ойым вообще жоқ та, еркектеші. Мен еркекшеле жүрген баламын. Ана, мен бияқтан сұрайын дедім. Ертең видео түсіп кетті дедім, видеоға тартпадыңарбы деп еле сұрайын дедім. Жолды қыспай ле, поворот жағу еле, мындай еле келдім ғой, брат. Выхожу из ОВД из Катицкого района. Написал заявление в отношении мусульманки. Ничего страшного, из этого не вышло, видите. Мелия Рахмат. Если ваши права нарушены или вашей жизни угрожает опасность, пишите заявление, не бойтесь. Мы живем в правовом государстве. Не нужно придерживаться каких-то непонятных стереотипов, что это не по понятиям или неправильно вас поймут. Именно так все происходит в правовом государстве. Надеюсь, что сотрудники ОВД примут меры в соответствии с законом. Ассаламу алейкум. Валикум. Жолду жүрүн азыр жана Хунча жакта болгон конфликт боюнча маалымат түштүбү сизге? Түшкөн, ориентировка берилди бул боюнча, машина боюнча. А кайсы машина боюнча берилди? Жанагы Мерседес боюнча. Ал Мерседес азыр Скатинский ОВДда допросто отурат водитель. Мен артыман баратканда мени подрезать этип жолду тозуп арыз жазган мен анын үстүнө. Арызын хатталды мен жаңа эле сүйлөштүм сиз атам. Ага, чоң рахмат. Анда руководство дагы бир ооз айтып коесуз бу дополнительный наряд койсун депчи, обвизной өйдө жагынанчы. Сен заводун көрүп. Карайт, аз блокпост койду балдар ошо сыгата. Жаңы эле маалымат берди мага. Азыр коюлду, э? Эй, жаңы силер чыгып кетти азыр деп маалымат берди мага бир 15 минут. Эми бул в целом для поддержания стабильная общественно-политическая ситуация для обеспечения бесперебойного поставки грузов, перевозки грузов, керек-то бизге. Потому что толкачтар бүт авторитет толкалап бүттү да жанагындай эме ызычу салып. Бүгүн көрүнгөр да мушташ премет экен. Ошол чоң рахмат, мелиңиз. Макул.